Первый дальневосточный молодежный медиасаммит прошел во Владивостоке. В открытии важного события для юных блогеров и журналистов принял участие губернатор региона. Я искренне рад участвовать сегодня в таком первом медиасаммите, где собралась молодежь, и школьники, и студенты, и ребята, кто пробует себя такой важной профессии журналистика. Сейчас она довольно обширная. Это блогеры, это ведущие телеграм-каналов, собственно. Это те люди, кто посылает свои заметки на различные сайты, вот, делится впечатлениями. Поэтому мне кажется, что сегодня ни одна профессия не может обойтись без того, чтобы ее не сопровождали в медиапространстве. Глава региона добавил, что сегодня, чтобы управлять информацией, важно выбрать для себя любую специальность, даже не связанную с журналистикой. Верили тому, что вы пишете, и, во-вторых, это должно быть интересно. Для этого, конечно, помимо таланта, который есть у каждого всех, необходимо получать еще и образование. Образование и быть значительным для человека. А глубже изучать историю, литературу, с тем, чтобы быть подготовленным, правильно формировать фразы, правильно подавать непосредственно ту информацию, которая должна увлечь человека. В дни дальневосточного молодежного медиасаммита состоялись образовательные лекции и мастер-классы. Участники обсудили такие темы, как контент в соцсетях, успех в медийной сфере, новые законы, работа с фото и видео, создание творческих проектов. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.